Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем надувать газировку, спрайт, фанту и, конечно же, колу. Посмотрим, как бутылки дышат и как бахают. Недавно мы проверяли, какое давление выдерживает банка колы, и один из зрителей написал «Проверь пластиковые бутылки». Я ответил ему, что мы уже проверяли, какое давление выдерживают пластиковые бутылки из-под газированных напитков, и написал ссылку на плейлист. Но через некоторое время я вспомнил, сам не знаю почему, этот комментарий, и понял, что мы действительно ни разу не надували до предела бутылки с газировкой. Нет, пустые бутылки у нас, конечно же, бахали не раз. С водой бутылки лопали. А вот с газировкой, ну, нету на канале такого. В общем, мы подумали, что это нужно срочно исправить. Взяли по бутылке спрайта, колы и фанты и решили прокачать их по полной. Крышки только нужно заменить, потому что родные давления держат плохо. Проверено. Сначала спрайт. Меняем крышку. Подсоединяем шланг. Насос, как обычно, ручной на 300 атмосфер. Не так давно я в ролике сказал, что качал этим насосом 200 атмосфер. В итоге мы получили множество упреков от не совсем разбирающихся в технике людей, которые писали: «Ну хватит врать, ну 200 атмосфер, ну ты хоть представляешь, сколько это? Этим насосом хотя бы 20 накачать». Поэтому хочу сказать, что да, представляю, 200 атмосфер – это давление на глубине примерно 2000 метров под водой. Там даже подводные лодки не плавают, ну, слишком глубоко. Но в то же время и насос этот не так прост, как кажется. Это трехступенчатый насос с водяным охлаждением для PCP-пневматики. 200 атмосфер или 20 мегапаскалей нужно накачать им после покупки, чтобы проверить, вообще работает он или нет. Так написано в инструкции, там даже специальная заглушка есть. Давайте сейчас не будем на этом останавливаться, кому интересно и кто не знает, сделайте в гугле запрос. Насос высокого давления для PCP-пневматики. Так-то и на более высокое давление есть насосы. А мы начинаем качать. Вначале все шло хорошо, но в районе 10 атмосфер бутылка начинает травить. Ну, не сама бутылка, конечно, а крышка. Выше 10 атмосфер воздух она держит плохо. Родные крышки еще меньше держат, опыты раньше проводили. 8 атмосфер для них уже предел. Попытались мы крышку хотя бы немного укрепить при помощи герметика и изоленты и начали качать. Но на этот раз всего на 6 атмосферах крышку нашу попросту сорвало. Ладно, расстраиваться мы не будем, но шланг бутылки фанты нужно, конечно, уже как-то по-другому закрепить. Учитывая, что мы находились на старом заброшенном дачном участке, ресурсов для экспериментов особо не было. Поэтому в дело пошел старый ржавый хомут на 30 от водопроводного шланга. Ну, пришлось его, конечно, подогнуть немного. Но в итоге все получилось. Начинаем качать.
и в районе 10 атмосфер стрелка начинает отклоняться назад. Но это можно объяснить еще и тем, что бутылка увеличивается в объеме. Ее раздувает, и давление в ней, конечно же, падает. Но не так быстро, как мы качаем, поэтому все-таки в итоге оно растет. Чуть больше 12 атмосфер. Но бахнуло красиво. А теперь давайте часть видео ускорим, а часть замедлим. Отлично. Можно сделать, как будто Фанта дышит. Прикольно. Залило, конечно, все Фантой. И вот так вот разорвало саму бутылку. Долго мы искали вторую половину бутылки. Нам нужно было ее найти, так как у нас была на очереди еще бутылка Кока-Колы. А хомут улетел вместе с крышкой. В итоге, конечно же, нашли, просто долго искали. Ну что ж, прикручиваем шланг аналогичным образом к бутылке Кока-Колы. Способ, как выяснилось, нормальный. И начинаем качать. Опять та же история с увеличением внутреннего объема бутылки и падением давления. Но главное – это не переставать качать. Кола чуть покрепче Фанты. Почти 13 атмосфер выдержала бутылка Кока-Колы. Ну и шарахнула помощнее, конечно. Красиво. Тоже можно ускоренно, замедленно посмотреть. Зачет. Такая вот разорванная бутылка. И всю нашу конструкцию развалила. Учинили мы, конечно, беспорядок, но оно того стоило. Как мне кажется, получилось красиво. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и хорошего настроения!